Здравствуйте, дорогие мои друзья. Пятница пришла, у нас пятничные анекдоты. Короче, первый у нас такой. Любовник у замужней женщины такой, слушай, говорит, новую позу знаю, офигенная. Она такая, да, какая? Короче, говорит, ты становишься к окну рачком, я залезаю на люстру и сигаю оттуда на тебя и вонзаю. Та такая, слушай, не, давай, говорит, по старинке, там, под одеялом, а то, говорит, у меня попугай говорящий, все мужу расскажет. Такой голос попугая из-за них. Бля, отрежьте мне язык, но я должен это увидеть. Все, ребят, здоровья и процветания вам. Не уходите, сейчас будет еще.